Привет всем, и в этом видео я буду разбирать вот эту колоночку. Это Sony XB40. И я буду разбирать не просто потому, что мне интересно посмотреть, что там внутри. Хотя есть такой интерес. Я думаю, многим из вас тоже будет интересно увидеть, что же там находится внутри, какой аккумулятор, какие динамики. Ну а главная причина, почему я это делаю, потому что там обнаружились трещины. Вот, возможно, вам сейчас видно, вон там трещина находится над вот этими дырочками. И вот с этой стороны, вон она трещина кривая идет, прям там, где идет крепление вот этой вот пластиковой крышки от динамика к этому пассивному радиатору. Вот. И естественно, когда колонка играет, то оттуда сильно дует ветер, и он создает сильный шум, который слышно даже через музыку. Вот. Изначально была уже проблема с этой колонкой, вот в этой дырочке справа, которая чуть выше, из нее шел ветер какое-то время, потом мы ее заткнули поролоном черного цвета, чтобы видно не было. И буквально через пару дней появилась вот эта трещина. То есть непонятно, то ли из-за того, что низкокачественный пластик и настолько мощный звук, что он рвет коробку, вот эту пластиковую, это маловероятно. И мои догадки лично, то что кто-то просто надавил на колонку сверху, потому что на самой колонке, как мы видим, вмятин никаких нету, ни с какой стороны. То есть она не падала. Вот, то есть она со всех сторон хорошо выглядит. Единственная причина, почему могла она вот так трещину пустить внутри, это если кто-то сверху сильно на нее надавил. Но это мы сейчас откроем и посмотрим, насколько там все плохо. Хорошо, что это не моя колонка, у меня колонка такая черного цвета. А это колонка от моего друга, который купил после меня, потому что ему понравился звук колонок Sony. Он тоже продал свой JBL. Вот. Хотя JBL тоже неплохие колонки, но по сравнению вот с этим монстром, многие JBL просто не могут тягаться. Не буду говорить сейчас про самую большую колонку от JBL, потому что с ней конкретно я еще не сравнивал, которая Boombox. Вот. А Extreme и все, которые меньше, чем Extreme, она рвет. Признаюсь честно, никогда еще не разбирал колонки от Sony, только один раз колонку от Philips разбирал, маленькую. И это было непросто, потому что они тоже водонепроницаемые, и это, как всегда, проблематично. Я посмотрел видео в YouTube, и похожую колонку от Sony, но не этой модели, открывали сначала, снимали сеточку. И потом уже откручивали эти винты, чтобы снять пластиковую панель переднюю. Сейчас попробуем сделать то же самое на этой модели от Sony. Посмотрим, получится это или нет. Так, у меня тут есть набор небольшой таких вот отверточек разных. Попытаюсь подцепить отверточкой сбоку. И попробуем извлечь. Вот таким вот образом. Ага, вон она очень легко, оказывается, отсоединяется, я и не знал. Так, вот. Вот она, получается, вот на таких прорезиненных краях запрессована там. И очень легко вытащить. Так, вот теперь мы посмотрим поближе, что тут у нас. Тут, конечно, грязно все, но вот она, трещина очень такая большая с этой стороны. Просто офигеть. Сейчас будем ее вскрывать. Ага, это может... Это мне все усложняет, потому что там внутри стоят необычные крестовые шурупы. А там стоят в форме звездочки. И я не знаю, есть ли у меня такие или нет. Сейчас попробуем найти что-нибудь. И удалось их выкрутить вот такой плоской отверткой.
что она прям подошла в эти звездочки, потому что специальной отвертки у меня такой нету. Ну вот, я выкрутил только 4, неужели она только на 4 крепится? Сейчас попытаемся открыть. Ага. Как я и ожидал, не все так просто. Ага, вот здесь вот резиновый край отодвигается. Возможно, за ним что-то прячется. Она приклеена там. Значит, вот здесь вот на краях у нее есть зацепы, а дальше она приклеена. Значит, я выкрутил 8 саморезов или болтиков, их назвать, винтов. И сейчас попробую разделить вот по этой черной полосе и посмотреть, откроется или нет. Угу. Пошло дело, открывается. Микрофон отсоединился уже, сам выскочил. Так, и остались подсоединенные светомузыка. Вот это вот светомузыка. Ага. И с другой стороны точно так же. Ага. И остались теперь динамики. Сейчас мы их отключим. Тут вот есть на клеммах такая кнопочка посередине, куда надо нажать, чтобы она соскочила. Так вот. Здесь точно так же. Иначе пол динамика оторвется. Четыре ома, 32 ватта каждый динамик. Вот это 32 и вот это 32 ватта. С ума сойти, только представьте, какая мощность. Уже сразу хочу сказать, что тут небольшой аккумулятор сравнительно стоит, могли бы больше поставить. Угу. Сверху есть саморез, необходимо выкрутить. Не дает мне вытащить схему. Пошло. Пошла, родимая. Ага. Здесь вот шлейф оказался. Вот этот. Вот он держит. Надо вытащить. Все. Вот, значит, как пустая коробочка выглядит у нас.
только один шлейф остался. И теперь самое главное это не схема. Мало кто в ней разбирается, но мы будем смотреть аккумулятор. Это важнее всего, интереснее всего обычным людям. Давайте посмотрим, что написано на нем. Так, много было споров. Что же за аккумулятор тут стоит? Значит, чтобы больше никто не спорил, здесь стоит аккумулятор 7,4 вольта, 5400 миллиампер. И вот тут limited charge вольтажи 8,7 вольта. Я думаю, вам это будет полезно. Теперь не придется спорить, что стоит за аккумулятор внутри. Вот что мы тут видим. О. Куда он вкручивается, вот эта вот пушка, она отломана. Здесь может дуть ветер. Вот такие радиаторы здесь стоят. Резинки такие, очень жесткие. Придется теперь это все заделать. Сейчас возьму чем-нибудь горячим и эту пластмассу пройдусь. Вот. И потом надо будет еще каким-нибудь герметиком пройтись. Сейчас попытаюсь что-нибудь исправить. Я приклеил на свои места секундным клеем вот это вот и вот эту вот маленькую приклеил, все блестит вон там, это секундный клей. Ну и снаружи вот тут потекло у меня, правда, ну похер, тут сеточка будет, видно не будет ничего. Вот эту щель я проклеил, я раздвинул ее, туда намазал, потом сдвинул как было, придавил. И клей застыл. Вот здесь трещина чуть-чуть была видна, тоже заклеил. Вот здесь какие-то микротрещины были, я прям снаружи прошелся. Ну и здесь трещина была нормальная, тоже я чуть раздвинул, влил туда и задвинул. Но я считаю, этого всего будет недостаточно. И я хочу еще теперь это все закрепить вот такими жидкими гвоздями. Так как у меня специального пистолета нет для жидких гвоздей, поэтому я буду паяльником растапливать эти жидкие гвозди и залью все здесь и все вот здесь залью, чтобы это было еще крепче. Надеюсь, это поможет.
Ну вот, наверное, и все. Значит, вот эти вот места я обильно залил жидкими гвоздями. Так, здесь тоже. Я думаю, она должна плотно лечь. Несмотря на то, что я так много залил, вот надо было укрепить вот эту особо укрепить. Поэтому я ее под самый верх утопил. Вот. Ну и вот эта тоже она была оторвана, я ее вклеил, а потом еще вот так вот облил все этим клеем. Все засохло. И нижние, чтобы они не оторвались, вот, тоже пришлось немного залить, не так много, как там, но чтобы укрепить и этот, да, это было необходимо. И вот эти два тоже вот так вот залил. Ну, я думаю, достаточно. Сейчас буду собирать ее и уже тестировать. Ну, я думаю, вот переднюю крышку с динамиками прикреплю, не буду все панели прикреплять, и послушаем, какой будет звук. Ну вот, удалось собрать колонку. Даже при вот таком близком рассмотрении очень слабо можно заметить, что там что-то делали. То есть человек, который не видел, вряд ли это когда-нибудь заметит. Вот. Ну, снаружи более-менее. Тут немного пластик не сел до конца, но это не страшно, нормально. Так, а вообще вот так вот по краям, если посмотреть, очень даже неплохо получилось. Вот. Так что, если вам понравилось это видео, ставим большие пальцы вверх, подписываемся на канал, пишем комментарии. Вот, интересно ваше мнение знать насчет того, что вы увидели внутри этой колонки, мощность динамиков и емкость аккумулятора. Теперь это уже точно известно, не какая-то там информация с интернета непонятная. Ну и всем удачи, пока. Не все равно, я синий ультрамарин.